До самого волшебного праздника в году еще 2 недели, а Ленинский городской округ уже вовсю сияет праздничными гирляндами на новогодних елках. На главной площади совхоза имени Ленина у здания Дома культуры большую зеленую красавицу начали устанавливать еще днем. Центральная площадь УДК – традиционное место для елки. Но в этом году, к сожалению, в бюджете не было заложено денег. И благодаря нашим спонсорам, акционеру «Ротагро», мы приносим праздник в каждую семью, то есть новогодняя ель в центре района все-таки это создает и атмосферу, и детям праздник. А к вечеру в совхоз имени Ленина приехали те, без кого невозможно представить Новый год – Дед Мороз и Снегурочка. Вот он идет, дедуля! Ребята вместе с любимыми новогодними героями отгадывали загадки, водили хороводы, играли в подвижные игры и читали стихи. И стоит и наколдован, не мертвец и не живой, сном волшебным очарован, весь опутан, весь окован легкой цепью пуховой. Параллельно продолжалась работа по установке на площади новогодней елки. Некоторые родители из пришедших на праздник не удержались и тоже решили помочь. Холодно ребенка ждать, ты чего же тут стоять просто так? А потом это хорошая медитация, мне кажется, в связи с неспокойными событиями везде у нас. Я получаю большое удовольствие, честно. Вот можете присоединиться. Спать буду точно спокойно сегодня. Ну и, конечно же, Дедушка Мороз к ребятам пришел не с пустыми руками. В его волшебном мешке нашлись сладкие подарки для всех. Подарки получили, стишки рассказали. Ну, очень хорошо. Мы там все делаем, конечно. Я стих давно сказала. Это с подарками дай. С нами Дед Мороз играл. Играл Дед Мороз. Тебе понравилось? Да. Легкий морозец на улице не помешал ребятам повеселиться от души. А Дед Мороз со Снегурочкой отправились дарить праздничное настроение в другие поселения муниципалитета. Екатерина Борисова, Александр Логинов, Ольга Садовская. Видно этого.